Всем привет! Мы рады вам представить нашу новую разработку, накладку на задний бампер, он же диффузор, на Audi A4 B6. Материал исполнения ABS пластик, черный матовый, толщина 3 мм. Дизайн взят от серии B7 DTM, там идет целиком бампер. Мы же сделали конкретную накладку, которую можно установить на этот стандартный бампер. И для установки этой накладки нам необходимо отрезать задний бампер по этой линии, чем мы сейчас и займемся. В этом месте мы будем использовать полиуретановый герметик. Время его схватывания 1 час. А вот в этом месте, где максимально плотно деталь ложится на бампер, мы будем использовать двухкомпонентный клей для быстрой временной фиксации. Для того, чтобы нанести полиуретановый герметик, нам первоначально необходимо обезжирить поверхность. После этого выставить наконечник вот таким образом, чтобы в момент нанесения мы получили высокий валик и расположили его как можно дальше от края, естественно, для того, чтобы он у нас не выдавился за края детали. Все, накладка установлена. Теперь нам нужно выждать определенное количество времени для фиксации полиуретанового герметика. И в данном случае это 1 час. И после этого мы можем удалить вот этот бумажный скотч. И, кстати, для фиксации также мы использовали вот здесь пластиковые клипсы, просверлив отверстия на 9. И я думаю, что этого будет предостаточно для каждодневной эксплуатации данной детали.